Всем привет! Сегодня я готовлю запеченные помидоры в духовке на зиму. Кому интересно, оставайтесь со мной. Итак, что я сделала для начала? Промыла хорошенечко помидоры. У меня на этот раз вот такие длинненькие. Можно круглые, круглые даже лучше получаются. Срезала я вот так вот попки, чтобы в дальнейшем вот эти попки портятся в баночке. Теперь отправляю на 200 градусов в духовку до готовности. Приблизительно засеку время. У нас помидорки должны как бы поджариться в духовке и дадут сок. Значит, я поставила на 200 градусов где-то на 40 минут. Потом прибавила немножко, где-то на 280 поставила на максимальный, чтобы они вот так вот поджарились слегка. В итоге у меня ушло, значит, час где-то 10 минут. Ну, у вас от плиты еще зависит, может по-разному быть. Дальше вот так вот заполняем их в наши баночки. Можно кожицу сейчас снять, можно потом это сделать. Немного придавливаем. Там получается выходит свой сок. Не знаю, видно вам. В одну вот так вот 800-граммовую банку влезает где-то 8 вот таких помидорок. Такие немаленькие помидорки. Эти помидоры можно использовать и как просто вот так вот рядом с картошкой, курицей очень хорошо подходит. Можно и так просто съесть. А можно еще соус сделать со вкусом вот запеченным. Очень вкусно получается. Ну, то есть все что угодно. И сок вот этот можно использовать, потому что здесь нет ни уксуса, ни ничего другого. То есть все что угодно. Получается, как помидоры просто запеченные. Значит, добавляем сюда 1 столовую ложку соли. Вот так вот сверху. Посмотрите, сколько сока получилось у него. У самого сока много очень. То есть воды сюда не надо добавлять. Теперь мы ставим баночки вот такой вот духовой противень. Налила сюда немножко кипятка. Вот так вот прикрываю крышкой. И ставлю стерилизоваться в эту же духовку горячую на 200 градусов на 15 минут. Жидкости внутри полным-полно. Итак, увидимся через 15 минут. Прошло у нас 15 минут. Достаем по одному из духовки и сразу закрываем крышку. Достаем по одному, чтобы пока закрываем эту, вторая, чтобы не остыла. Вот так вот соль немножко встряхиваем. Все, переворачиваем, даем остыть. Также делаем со второй. Кстати, в духовке крышки нагреваются лучше, чем, допустим, если стерилизовать в кастрюле с водой. Но вы можете и так сделать, не обязательно в духовке. Просто у меня духовка уже горячая была, я решила там же все сделать.
Получилось у меня две баночки горячие. Посмотрите, сколько сока внутри. Это я вот ничего не добавляла, а собственный сок вот помидоров. Подходит ко всему. Все, что хотите, можно. Это как обычные помидоры в собственном соку. Просто вот запеченные в духовке. Со вкусом вот запеченным получается. Готовьте вместе со мной. Надеюсь, вам все понравилось. У меня все. Пока-пока.